подтянулась группа преследователей. Это, в принципе, было прогнозируемо, потому что так, по такой трассе она все равно сейчас пока еще первый круг. Первый даже, наверное, круга два она будет очень скоростная. Первый рубеж, он такой очень часто нервный, внутренне нервный. Поэтому как на нем отработал, так и потом будет себя чувствовать далее по дистанции. Не обходятся без... Так, посмотрим, кто так. Чешская команда с польской. Без запасных. Американки ушли уже на дистанцию. Все остальные так. Немки закрыли. Шведки закрыли. Норвежки закрыли. Уходят. Плотной группой. Арнеклеев не избавляет. Она по дистанции совершенно. То есть, к рубежу решила, мне кажется, сделать отрыв. Чтобы был у нее запас. Все мы знаем, что она может стрелять. Там, и из пяти может стрелять, а может и с тремя запасными. Так, смотрим за лидерами, за норвежкой. Ну и чешская сборная. Обратите внимание, пока что топ-5. Два промаха у норвежки. Про что мы и говорили, что она может... У нее нет такой стабильности, чтобы она вот там, один максимум промахивался после. А так получается вот еще один. 2-2 остается у Арнеклеев. У Оборниковой 3-2. Шведка отстрелялась. Лужанмана ушла на дистанцию. Без запасных патронов. Ну и не будет, наверное, таких коллизий, которые мы наблюдали во время мужской гонки, когда из-за тумана там ребята не могли понять, когда же будет передача эстафеты. Здесь все ясно, все понятно, все явно. Вот. Итак, Швеция, интересно. Франция, Норвегия вместе. Шведка первая начинает. Норвежка мажет. Мажет француженка. А Швеция молодец. Персон уходит лидером. Берут дополнительные Бриза, Буше и Скуган. Немка тем временем трижды попала, четырежды попала. Ай, и пятым убежала, промахнулась. Лидеры-то пошли очень мощно, очень сильно. Так, шведские, две сестры Обер мне внушают опасения. Знаете, мажет француженка. Дважды мажет француженка. Ну и Лин Персон тоже придется... Жестин последний выстрел, могла бы попадать, но она так как-то его на уходе выстрелила. 2-2 у француженки, шведка уходит. Скуган начинает с промаха. Давай, соберись. Соберись. Молодец. Я думаю, что она закроет и последнюю. Так она чуть, мне показалось, расклябана начала свою стойку. Ну, ветер бы лишь бы не помешал ей. Нет, не помешал. Не помешает. Собралась. Она умеет собираться. Это было видно. Чуть расклябана показалось мне. Она встала на рубеж. Очень активно, легко идет Жюстин. Передает, хотел сказать, эстафетную палочку передает своей подруге по команде. Хорошо, подышу, сейчас подышу. И последний выстрел аккуратненько додавлю. Ну, не додавил аккуратненько, но ничего страшного. Ханна у нас не избегает. Ой-ой-ой, такого, о чем мы говорили про вчерашний день. Так, ну чуть-чуть побыстрее отстрелял, чем француженка, но она все равно молодец. А у шведки 3-3. Появился шанс. Попадает. Ну нельзя промахиваться в таких ситуациях. Ветерок поддувает, конечно же, но он не настолько критичен, чтобы... А что это было? А куда она? Не понял. Как это? Но либо ошибка в графике, либо на штрафной не стала, не ста, ну, да, она должна на была последний круг дополнительно использовать. А, я по графике мы видим, что у нее якобы как будто бы один патрон еще остался. Со спуска скатился, начинаешь работать, здесь ногами подработал, еще две секундочки. Ой, далеко. Ой, далеко. Еще дальше. Ну, решила интригу поддержать все-таки.
какие-то они такие спокойные, да? Да, какие-то они такие Все равно попадет. 3 на 3. Ну и пришла Кноптон уже. Оля-ля, София, молодец. Спокойный были тренер. Я, между прочим, тоже был спокойный. Почему-то был уверен, что все она. Все выстрелы она дошлет куда нужно, что она и сделала. Вот. И, честно говоря, думал, что норвежка будет стрелять поточнее. Но ветерок все-таки вносит коррективы в сегодняшнюю всю гонку. Никто не обходится без запасных патронов. Уходит норвежка. Так, отставание Кноптон было 39 секунд, сейчас, наверное, чуть поменьше. Молодец. Так, какой отрыв? Отрыв 21 секунда. Чуть-чуть отыгралась все-таки Кноптон. 45 где-то, да? Проиграла чуть-чуть, где-то 45-46, 46 секунд на первое место. Здорово отработала норвежка. И буду стрелять на результат. Вот реально на результат стреляла. Как она праздновала этот успех на финише. Она не, чувства свои не экономила. Ну и Ингрид не сдается. Нет, 23 секунды было. И мне кажется, она побыстрее даже отстрелялась, чем Симон. В районе 25 секунд между ними по-прежнему будет. А вот Эльвира допускает промах. Одного не хватило. Да куда ж ты убежала-то? И Ингрид третьим мажет. Избежала штрафа Симон. И побежала, я думаю, что за победой. Как бы ни сложился вот этот... выстрел. Последний все-таки для Ингрид. Да, здесь... Ну, смотрите, как... Как она... Строчит. Как она прям включилась, а? Разозлилась, мне кажется, на себя тем, что на она... эти промахи, да. На эти промахи, да. Мне кажется, вот она такая... Ой, здорово отработали все. Джулия тактически правильно прошла финальный круг. Ушла быстро, потом пошла аккуратно и на финише выдержала. Большое спасибо, Ингрид, что она продемонстрировала все равно такое упорство до финиша. Молодец. Ну и шведская четверка тоже спасибо большое. Вы продемонстрировали сегодня упорство и достойно заняли третье место. Молодцы. Несмотря на штрафной круг, удержались.